Дорогие друзья, меня зовут Софья. В предыдущем видео я уже познакомила вас с нашей CP GROUP. Сегодня я рада представить вам нашу серию хлортетрациклинов. Хлортетрациклин – антибиотик тетрациклинного ряда. Основная особенность – широкий спектр действия. Он действует на грамм-положительные и отрицательные бактерии, микоплазмы, хламидии и некоторые простейшие. Он эффективен при респираторных и кишечных заболеваниях, имеет несколько противопоказаний, но он имеет более синергетический эффект. Хлортетрациклин используется более 50 лет. Этот антибиотик выбирают ветеринары в первый ряд. Механизм действия хлортетрациклин ингибированных синтез бактерийского белков при переданном объеме 10-30% всасывается в ткани и легких, а остальные в кишечнике. Производство хлортетрациклинов происходит путем ферментации из зеленых культур и другого сырья. Готовые формы включают три типа. Кормовые хлортетрациклины для птиц и свиней – это 15-30%. Субстанция хлортетрациклин гидрохлорид используют в GMP-завод. Хлортетрациклин – водорастворимый порошок, добавляя на фермах. Наши хлортетрациклины были проданы в более 80 стран, более чем 2000 клиентов, а годовой объем продаж достиг 150 миллионов долларов США. Мы можем найти много исследовательской литературы и данные, публикованные в FDA. В то же время CP Group сотрудничает с известными научно-исследовательскими учреждениями в Таиланде и других странах для проведения исследований клинической эффективности хлортетрациклина. Эти испытания все убедились в отличном качестве хлортетрациклина нашего. Кроме того, CP также продолжает проводить углубление разработки и исследования процесса хлортетрациклина. Мы разработали CTFAC Plus, это хлортетрациклин 10%. Сначала расскажу вам несколько основные характеристики у CTFAC Plus. Высвободить больше внутриклеточных лекарств с помощью ферментативного гидролиза, технология покрытия и капсулы для уменьшения потери желудочного сока и местное раздражение. Медленное высвобождение и потом всаживание в кишечнике. Улучшение биодоступности и улучшение абсорбции. CTFAC Plus подтверждается фармакогенетическим тестом. Из графика видно, что CTFAC Plus быстро всасывается после 1 часа перорального приема, достигая пик 4-5 часов, а концентрации в крови выше, чем миг, более чем на 12 часов. Скорость абсорбции и время действия намного улучшены по сравнению с обычным хлортетрациклином. Испытания на животных. Результаты показывают, что CTFAC Plus с низкой дозой лучше обычного CTC с высокой дозой с точки зрения суточного прироста, коэффициент конверсии корма, смертности и снижения диареи и респираторных заболеваний. Следующее рекомендуемое использование и дозировка CTFAC Plus. CTFAC Plus используется в корм для свиней и в основном для профилактики и лечения бактериального энтерита и пневмонии. Дозировка 100-200 ppm – это
половина меньше, чем обычного хлортетрациклина. Достиг плюс добавляется в корм для цыплята для профилактики и лечения хронических синовитов и респираторных заболеваний, вызванных мегаплазмой. Добро пожаловать использовать наш CTFAC Plus. В бывшем видео мы уже познакомились с обычным хлортетрациклином CP GROUP. Позвольте нам сейчас узнать больше об нашем инновационных CTC. Хлортетрациклин уже много лет на рынке. Но CP GROUP стремится к улучшению и разработке и исследованию этого препарата. В 2020 году позволяет нам производить супер-CTC гидрохлорид с более мелкими размерами частиц и более высокой растворимостью. Характеристики у нашего супер-CTC гидрохлорида более мелкие размеры частиц, эмульгирующие в нанометра, лучшая водорастворимость, выше и быстрее, соответствует стандарту EP10, а наш внутренний стандарт выше, чем EP-стандарт. Чтобы проверить хорошую растворимость, мы сделали тест на обычный CTC и супер-CTC. Растворимость обычного CTC гидрохлорида составляет 0,4 грамм. Если добавлять больше, то осадки получится. Растворимость супер-CTC гидрохлорида составляет 1 грамм. Эмульгирование начинается после превышения 1 грамм, но осадки нет. Что касается скорости растворимости, на этот тест полностью показывает, что скорость растворимости супер-CTC гидрохлорида выше, чем обычного гидрохлорида хлортетрациклина. Сравнение качества готовой продукции. Супер-CTC гидрохлорид имеет лучшую текучесть. CP-система строго контролирует качество, добавляя тест на растворимость и размер частиц. Нет осадок в оборудованиях в ТМП-завод, нет осадок на фермах в водовой системе, даже нет осадок в жестке воды. Этот новый продукт начали использовать в фермах зарубежных, таких как наш клиент из Филиппин. Эти фотографии применения взяты с его фермы. Используемая вода, местная вода. Отзывы клиентов об этом продукте. Повышенная растворимость и скорость подходит для жесткой воды и легче в использовании. Основными пользователями супер-CTC являются фермерские хозяйства. Метод использования примерно следующий. Добавить 0,5 и 2 грамма этого продукта на литр воды для цыплят. Метод использования свиней заключается в добавлении 50 микрограмм на фунт в зависимости от массы тела. Мы надеемся, что наши новые препараты могут расширить выбор для наших клиентов. И мы тоже надеемся, что мы можем представить вам более комплексные решения. Спасибо. До свидания.